14 декабря временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев посетил Казань в целях ознакомления с инновационной инфраструктурой города. И, к слову, Казанский федеральный университет стал одной из первых точек посещения в плане визита. Встреча призвана повысить качество взаимных внутренних коммуникаций в республике и способствованию налаживания партнерских отношений. Владимир Васильев в сопровождении президента республики и проректоров Казанского федерального впервые открыл для себя и симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, который уже успел прославиться не только в пределах страны, но и даже за ее пределами. Особенности медицинского образования в КФУ, в частности, технологические возможности института, вызвали у гостя большой интерес. Также делегаты были впечатлены результатами деятельности инжинирингового центра медицинской науки, расположенного на территории симуляционного центра. Несомненно, все увиденное произвело очень хорошее впечатление на делегацию. Даже президент республики отметил технологический, претендующий на мировой уровень работы симуляционного центра. Каждый из присутствующих на несколько минут смог почувствовать себя студентом-медиком и попробовать свои силы в работе с виртуальной больницей, где функционируют различные виды медицинской помощи, самые разные виды операций, которые студенты тренируются осуществлять, обучаясь сложным медицинским манипуляциям. Гид по Альма-Матер завершился посещением Музея истории Казанского федерального. Здесь также Васильев посвятил внимание науке, исследованиям и открытиям научным школам, которые принесли университету всемирное признание, а также участие университета в общественно-политической жизни страны. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.